Здравствуйте, дорогие друзья! Начинает свою работу в эфире телекомпания «Нальчик». Вы смотрите программу о главном и не только. В музыкальном театре состоялся концерт «Новые песни к Новому году», подготовленный продюсерским центром Расула Атмурзаева. Смотрите, как это было. Oh, no.
друзья. Конечно, после первых двух номеров сказать «мы начинаем наш концерт» это было бы немного нелогично. Но я скажу, мы начинаем наш концерт. Как вам эти 11 ребят, которые вначале выступили, а? Как вам, а? Вы скажите мне, что происходит? Сцена оформлена просто божественно. У меня сценарий за 4 дня до концерта готов. Были официальные прогоны. Что происходит? Что случилось с балкарскими концертами? Они что, действительно стремятся к идеалу? Да, мы стремимся к идеалу, друзья мои. И речь моя на русском языке, потому что мы будем транслировать на соседние планеты. Пускай они нас поймут даже тогда. Ну а сейчас, друзья мои, напоминаю, сегодня звучат песни, которые вы, может быть, слышали, но никак не могли найти в интернете, ну или на старой магнитной кассете, или слышали мельком, потому что они вышли не так давно. И совсем новые песни тоже предстанут вашему вниманию, которые еще нигде ни у кого не звучали. Наши артисты с нетерпением ждут возможности подарить вам массу приятных впечатлений и эмоций. Скажите, какие артисты не спешат? Любые, всякие, но наши, они знают как, потому что это у них в крови. Потому что каждого из вас они знают. Ну, не только потому, что вы их на свадьбе видели вот прям вот так вот, а потому что они живут на той же земле и дышат тем же воздухом. Друзья мои, жирбарны, кюрбарны, Елен. Ана Блойф, Кюмлен, башляйбс. Я хочу сразу выразить наше сердечное волнение за тех, кто не успел купить билеты. Ну, судьба. Чего уж там. Поэтому в следующем году постарайтесь заблаговременно приобретать билеты в кассах. А сейчас на сцену выйдет популярный артист. У него в арсенале хиты. Каждое его произведение становится хитом. Что такое хит? Это песня, которую мы с вами распеваем в маршрутке, на улице, перед сном и во время сна, а возможно и вместо. Его хиты. Адам Дельзнатобус. Аманат. Долай. И танцующие горянки. Вы, конечно, поняли, о ком речь. Эльдар Жарикаев! И пока ваши аплодисменты не достигнут 1000 гигагерц, он не выйдет на сцену, поэтому хлопаем! Yeah.
Друзья, великий поэт наш Айсен Шилаевич Кулиев сказал: «Болгария, увидев эту землю однажды, никто не может забыть ее, как не забывает лицо, глаза и голос матери, как не забывают мир своего детства, его свет и легкость, краски рассветов, цвет его высокого неба, его пестрые и счастливые сновидения». После этих строк с удовольствием и совершенно понятным трепетом приглашаю на эту сцену Алима Апаева! Сау дунья да карасам, Балкарема ты не болмас, бир келген бу жерлери, бир заманда унутмас. Жигиттектем жашлары, арюсу бай кызлары, кучагына жияды, тауланы таулары. Сау халкым Балкарым, парларым таяларым, бар сен ата журтум, мени яхшы. Вы наверняка слушаете не только во время таких концертов или дома у себя в интернете находите их песни или с телефона слушаете. Скорее всего, и на свадьбах вам доводится быть свидетелем их творчества. На свадьбе можно даже попросить что-то конкретное отдельное спеть. И они с удовольствием идут навстречу. Но есть одна песня, без которой не обходится ни одна карачаево-балканская свадьба. Ведь в горских аулах так принято. И сейчас на сцене я с удовольствием его сюда приглашу, будет один из наших певцов. На свадьбах вы его можете видеть точно так же, но споет он самую крутую свадебную песню, я не побоюсь этого слова. И по праву он такого достоин. Итак, Аслан Биев! Чакелин, орайланы айтып
Вы знаете, мне за кулисами подсказывают, Ахмат чуть-чуть ближе выйдет, и там в свет не попадаешь. С моим ростом я могу в маршрутке подпрыгнуть. Какая разница, попадаю я в свет, не попадаю. Вам меня видно хорошо? Ну а сейчас мы продолжаем нашу программу. Мне особенно приятно некоторых артистов объявлять. Это мое привилегированное служебное положение. Вот были бы вы на моем месте, вы бы эти эмоции испытали. Я вам искренне этого желаю. «Восходящая звезда» написано. Его звезда, она давно взошла. У него в крови творчество. Он из семьи очень творческой, очень интеллигентной. И это проявляется в его исполнении, в его манере подать материал зрителям. Он молод, симпатичен и перспективен. Девчонки, на заметку. Встречаем, друзья мои. Песня называется «Малкарм». Заурбек Житеев. Будущее, ну и в юности, собственно говоря, сама юность. Ну а сейчас перспективные талантливые артисты сегодня в арсенале нашего концерта. Мало того, что перед вами выступит танцевальный ансамбль «Амир»,
Это не менее талантливые звездочки на нашем небосклоне. Вместе с ними покажет своих вокальных талантов бриллиантовое нутро Салим Талкинов. Аплодисменты, пожалуйста.
название произведения следующее. «Танго для Клода». Не для Жан-Клода Ван Дамма, нет, просто «Танго для Клода». Сейчас это произведение исполнят два замечательных артиста. Я уверен, об этом дуэте вы не догадывались просто, ну, совершенно никогда. Мурат Малкаров, Башир Жашуев, встречайте! Чьи мужья в данный момент находятся на службе, в армии, в правоохранительных органах. Да, всего одна? Да я уверен, что больше гораздо. Даже? Вот, пожалуйста. Тут такое дело, друзья мои. В Чамхане есть такие. И как хорошо, что на дворе 21 век, и вместо письма супругу-то любимому можно с легкостью отправить видеопосланием. Итак, приготовьтесь и встречайте, группа Чамхана! Мангель ауру тисе сангасен, менен качып кеттин армияга. Мен келир күнүңү кечекинде саклайма. Бугул тиякны мен саны асрайма. Кайда кабаса, кимне ойлуу
Келген адамланы көбісі білгенде деп олырсыз. Мабучах Чамханада бірге бізге шлеп кеткен. Анын сорда көп жылланы оқуын бошағаннан сонра бүтеу жашауын қарып бізді Малқар театрда шлеген. Мабайға келген адамлаға бір бек әнші разылық айтырға сүйеме. Бүтеу сіз алып келген о билетке қоратқаныңыз негізді. Бұ концерт бошалай жаңы жылға концерт түйілді. Ол біздің теңгеміз кеткен, сіз көп жашағыз, тоқаланыз ұлқар дейін. Бітті өтілінген Ақчы Анысавичкерді бар. Как зиму жили, как рядом шли, как рядом были в любой дали. Почти невольно, вновь я вспомнил наши дни, все наши дни. Ушел ты утром, ушел.
пришел рассвет. Туда, откуда возврата нет. А следующем исполнителе я могу сказать следующее. Он, во-первых, лицо национальности кавказской, поет о прекрасной балкарочке и все норовит кого-то к себе подозвать или сам кому-то подойти словами «Жук, параем, хатынган». Но, кроме шуток, это очень трудолюбивый. И только его талант соразмерно его трудолюбию полностью позволяет нам насладиться плодами его творчества. Встречаем! Thank you.
Внимание! В звукозаписывающей студии следующего исполнителя. Наши участники на протяжении месяца проводили большую часть своих вечеров. В Инстаграме кто-нибудь следил за этим? Даже? Это было необычно, согласитесь. К концерту готовятся коллективно. И было это душевно даже, кроме всего прочего. Но вот, несмотря на всю суету, которая была весь этот месяц, тот, кто им эти аранжировки помогал, как бы, скажем так, воплотить в жизнь все их мечты, он смог сегодня к нам прийти, нашел время для этого. И вот песня у него «Орлы парят». Примечательно то, что текст к этой песне о балканском народе написал представитель нашего братского ингушского народа Мухаммад Тачиев. Итак, с песней «Орлы парят» Тенгиз Гамаев! Орлы парят над пиками седой Балкарии моей, где старших чтят и песней дружною привет. И сегодня пиджак его, он, знаете, из Киева практически. Да, именно так. Эльдар Атмурзаев! Алмады айдама, чуреки в кулана.
Аллах разы болсын, күш қару берген соғатта біз кемап жаш қауымға бүтінді. Жанымда болып, келеті екті келдейін, тұрып, екі айттырма қалайын. Мағлай әсі өргелдеге жаңыдан табыр қарсы ұсағыз разы көрегі. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Увидимся завтра. Всего вам доброго и до встречи!